Чичку опять! Давай, становись! Стадо баранов! 27,5. Да ведь неправильно показывай! Председатель, где колхоза новый? Так он каждый год новый, больше года не держит. Колхоз укрупнили. Его и раньше укрупняли, потом мельчили опять. Еще то нормы трудодней не выполняет. Огороды поджали до 15 соток. Кому под самый дом обрезали. Принес кто-то с войны трафаретки. Вот с тех пор и пошло. И все больше тех красивее делается. Нигде не состоят, нигде не работают. Месяц только один колхозе помогает. Ну, как раз сенокос да в уборку. А зато на 11 месяцев колхоз ему справку дает, что, мол, колхозник такой-то, отпущен по своим делам, и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране, даже в самолетах летают, а потому как время свое берегут, и везде ковры малюют. Колодовалась душа. Вот это любопытная история, потому что это долгий процесс. Это, ну, мы давно работаем такой командой хорошей. У нас идея пришла Александру Ивановичу Пудину написать. Он мне познакомил с Натальей Дмитриевной. Я работаю с замечательным художником Виктором Герасименко. И давно работаю. Вы оформление вы видели. Это всегда, когда есть сложный материал, когда есть инсценировка, когда есть... ну, непростое решение, тогда я зову этого художника. И вот так вот получилось у нас такой вот тройной союз, и плюс мои артисты, которые вы тоже видели, что они замечательные. И вот так мы, начиная с июня месяца, наверное, где-то не спеша работали, потом перерыв у нас был летний, и в августе, когда мы вышли, мы уже приступили плотно, и 14 сентября традиционно мы открываем наш сезон, и мы открыли с этой премьерой. Так что это совершенно премьерный спектакль. Мне кажется, это как раз формат малого зала, когда доверительная беседа со зрителем идет, и не нужно форсировать ни звук, ни нерв. Все это здесь, рядом, все это плотно. И тогда зритель попадает в эту ауру этого спектакля, и получается вот то, что получается. Мы были так близко. Мы сидели буквально в одном метре от той колючей проволоки, которая заволокла все зеркало сцены и которая, собственно, определяла пространство жизни, пространство мысли людей, пространство их существования в горькие годы нашей страны. И очень важно, как сегодня актеры относятся к тому, что они делают на сцене, потому что... к этому разговору тоже нужно быть изнутри театру готовому. И я наблюдала за каждым из тех, кто был на сцене. Насколько почтительны и уважительны актеры были по отношению к зрителям и к тому материалу, с которым они работали. Я думаю, всегда интересно, когда встречаются добротные работы. Вот. Крепкие работы, они вызывают очень много мыслей у любого нормального человека.
Поэтому вот сегодня, я считаю, те темы, которые поднимались, те идеи в спектакле, они очень четко доносятся. Вот. И спасибо постановочной группе. Они работают очень интересно. Очень интересно.